Бога. Кто у тебя там блеет? Кто хотели? Кто блеет у тебя там, говорю? Я просто не понимаю, где Украина находится у вас. Кто у тебя блеет, там я тебя спросил. Я не понимаю, где ты находишься. То, что ты, не, то, что ты не понимаешь, это всем понятно. Тебе сложно вообще понять элементарные вещи. А где Россия? А где Россия находится? Россия в жопе мира находится. Да? Да. Ты думаешь? Да. Там авторитет там? Что? Блядь, пиздец. Тихо, не ругайся. А что ты ругаешься? Не ругайся. Ну смотри, блядь, Украина где? Ты умеешь не ругаться матом? Окей, хорошо, давай поговорим с тобой. Будешь ругаться, я просто не буду говорить, не буду, смысла не буду видеть. Ну, давай, скажи мне. Давай, где находится Украина? Украина находится на своих территориях, общепризнанных всем миром. Единственное, некоторые части Украины сейчас оккупированы Россией временно. Вот, ну, это дело поправимое. Ну и что дальше будем делать? Ну, будем деоккупировать это территории Украины, конечно. И что дальше будем делать, я тебе говорю? Я же говорю, деоккупировать территорию Украины, то есть выгонять захватчиков. Я понимаю, у тебя незнакомые слова попадаются. Ты спрашивай, я тебе буду объяснять значение слов. Окей, хорошо. Ну, слушай. Деоккупация – это когда выгоняют захватчиков со своих земель. Из Крыма ты нас выгонишь? Конечно, безусловно. Ты знаешь, даже более того, я тебе скажу, вот, ну, как бы... Согласно тенденциям сегодняшним... Дай мне договорить. Согласно сегодняшним веяниям, да, того, что происходит на фронтах, из Крыма скорее, наверное, получится вас выкинуть, чем с Донбасса. Окей, хорошо. У вас Макрон во Франции сказал, что ООН влезет на Украину. Как думаешь, война будет? Война идет уже давно. Война с кем? Мы хотим, чтобы вы... Тихо. Еще раз ругнешься, я переключусь. Ты не умеешь разговаривать, да? Переключайся. Так ты не умеешь разговаривать, ты не тянешь разговор, да? Ну, я тебе рассказываю сказки, наверное. Да? Я понимаю. Зачем? Давай без оскорблений и без матов. Ты же умеешь говорить, как человек, или нет? Окей. Вот задай еще раз вопрос, что там про Макрона? Слушай, а вот война в другой территории находится, это у вас нормально, да? Нормально, какой, да? Какой другой территории война находится? Израиль. Нет, война это всегда плохо. Там войны нету, да? Есть, конечно. Там террористы Хамаса там напали на Израиль, ковровые, конечно, есть. Там ковровые идут, ковровые, да, бомбардировки? Нет, ковровых, да? нет, ковровых нет. Слушай, я тебе рассказываю, если НАТО залезет, мы, блядь, не будем вас нахуй. Ну не ругайся матом, чего ты? Окей. Ты когда ругаешься матом, ты показываешь, что ты просто, ну, не способен вести диалог, понимаешь? Я с тобой спокойно разговариваю. Мы с вами диалог уже давно, блядь, закончили. Аргументированно. Хорошо, не ругайся, матом. В 2015 году. Еще раз ругнешься, я тебя переключу. Да переключай. Ну все, пошел. Я буду потом сидеть запикивать, не хочу. Диалог они закончили. Вы еще его не начинали. Вы не умеете вести диалог. Вы думали, что оружием можно вести диалог, короткий, четкий диалог? Нет, ребята, не получилось у вас, обделались. Будете отвечать за это долго-долго, включая детей и внуков.